первых же звуков аккомпанемента чувствуется, как волшебные события сказки, как они вот создаются звуками аккомпанемента. Как инструменты рассказывают о тех сказочных событиях, которые в сказке живут. И нежный лучик солнца, он просто так ощущается, как такой небесный, сердечный-сердечный дар. Дар для сердца, который растопляет, который наполняет, от которого становится светло, счастливо на сердце. А гитара, она такими аккордами, тоже очень сердечными, неуверенными, в то же время словно бы рассказывает об отклике сердца на эту любовь, которую несет волшебница весна. И так интересно путешествовать в звуках аккомпанемента, читая строчки. А в завершении звуки гитары просто вот этот торжественный гимн, он прямо утверждается, вот эта вот красота на земле. И еще, знаете, понятно, что почему вот капель, почему она поет звонкий гимн. Потому что такое чувство, что это вот приходит на землю красота вместе с волшебницей весной. Вот она, волшебница, она несет на землю небывалую красоту, той, которой еще не было. Капель, вот она таким торжественным гимном она воспевает. И это событие. И вообще песня ощущается как такое сказочное, очень такое торжественное очень событие для Земли.